Слушайте, это все просто бред сивой кобылы еще один, который, за который наша как бы власть там начинает это все генерировать, этот бред. Это все будет как с Северным потоком. Собрались, поговорили, ничего не решили. Русские контролировали Крым и будут контролировать Крым до того момента, пока у них не начнутся там какие-то свои внутренние проблемы. Вот. Готовы мы воевать за Крым? Нет. Мы за Донбасс не готовы воевать, по большому счету. Вот. Поэтому это все, ну, бред. Генерация бреда. Напоминание того, что Крым там является украинским. Ну, мы можем считать, что Крым является украинским сколько угодно, но пока там болтаются русские флаги и россияне контролируют реально Крым, ну, мы можем его вот просто считать. Как Азербайджан считал Нагорный Карабах и считает Нагорный Карабах своим, и те потерянные 7 районов, которые были, пока не прошло 25 лет, они не подготовились, не переоснастили армию, не усилили экономику, не договорились с Западом, и все, и полезли в Нагорный Карабах и решили свои проблемы. Но, кстати, по Нагорному Карабаху очень интересный момент был несколько дней назад, когда Азербайджан полез в Сюникскую область Армении, перешел границу там, да, то ему сказали, позвонили Штаты и сказали: алло, ну быстро вышли оттуда, вы, кажется, заигрались. То есть нужно понимать правила игры и в узком коридоре этих правил реализовывать свои интересы. А украинцы это вот, знаете, мы такие мринеки, которые постоянно мриют, что не допустят Северный поток, какое-то произойдет чудо, ведут, отключат от свифта Россию там или еще. А где в этом интерес тех, кто вот должны это все сделать? Ну, непонятно. Я не знаю, что может быть подписано на бредовой платформе по поводу бреда, который там будет. Какая разница, что там будет подписано? Ну подпишут декларацию, что Крым украинский. Окей, дальше что? Так давайте, ну, въезжайте. Давайте будем въезжать в Крым, не проходя пункты пропуска ФСБшной, которые там есть. Попробуйте. Или попробуйте с украинским флагом побегать по Симферополю. Что с этого получится? Ну, это ж по поводу реализма, понимаете?